Всем привет, дорогие друзья! Не было времени до этого записать видео, выйти в прямой эфир. Вот, ну, у нас прошло мероприятие. Вот, Отвар Альянс единственное, которое получилось провести, потому что в стране у нас проблема с этим вирусом. Везде он нам палки в колеса понавставлял. Вот, но прошло мероприятие довольно-таки неплохо. Вот, мы сделали какие-то выводы из этого мероприятия. Даже были некие трудности. Очень хорошо покатали. Очень круто, что приехала Астрахань. Вот. Мы очень хорошо покатали с Диманом. Вот. Мы только начали вкатываться в парные, но тут произошло небольшое ЧП у него. У него начал стучать мотор. Вовремя мы его, конечно, остановили, он вовремя услышал. Вот. Не стали дальше катать, он увез его обратно в Экуаторию. Вот. Должен, по идее, его разобрать, посмотреть. Надеюсь, там ничего сложного, страшного не будет. Отделать малой кровью, так как он его недавно купил. Ну и также хотелось покатать еще с Джавидом, с его дикой BMW тройкой в 30-м кузове на V8 моторе с диким выворотом. Но у меня тоже пошло что-то не по плану. Вот. Ему, конечно, отделать мало крови не удалось. Он показал фотки, видео, у него оборвало шатун, побило поршня, побило гильзы. В общем, мотор просто превратился в металлолом. Вот. Конечно, большое спасибо Отвар Альянсу за постоянные тренировки, за постоянный накат, то, что нам не хватало очень долгое время. Всем огромное спасибо, с кем мы покатали парно. Вот, конечно, жалко, что у нас получился трабл с резиной. Вот. Мы, как всегда, хотели сделать все, как говорится, лучше, а получилось, как всегда, через жопу. Ну или, как говорится, план говном, придерживаемся его. Вот. У меня было с собой два комплекта резины. Был Бриджстоун Потенза на дисках и был Continental Contact Sport, тоже на дисках. Вот, контик был получше, вот, я его оставил на заезда, ну и решил на бриджике тренироваться, квалу пройти на бриджике. Вот, в принципе, квалу бриджик уже доживал, вот, и у нас получилось из 19 участников, мы стрельнули на 7-е место, то есть довольно неплохой результат. Может было, конечно, получше, где-то схалявил, где-то не дотянул, вот, ну, в целом, в принципе, неплохо. Вот. Потом вышли мы в топ-16, прошли топ-16, вышли в топ-8. Вот, точнее, должны были выйти в топ-8. Вот. После топ-16 я понял, что колес не осталось, правое колесо у нас все рассыпалось. Вот, сразу до ниток, левое осталось живое, хотя у нас постановка была на левое колесо. Почему рассыпалось справа, вообще непонятно. Вот. Хорошо выручил Игорек у нас. Вот, дал нам два колеса свои, на которых он тренил. Они чуть шире моих, они поновее, вот, там маленькое давление было. Вот. И просто с непривычки, с таким зацепом я справиться просто не смог, скорее всего. Потому что я начал пробовать ставиться, поставиться не получилось. Вот. Раз не получилось, два не получилось, три. В итоге я просто преследуемым проехал просто так по трассе, грубо говоря, как по кольцу. Вот. Ну а когда я шел первым, в принципе, я уже, ну, более-менее проехал. Но, вот. Вадик проехал намного лучше, он проехал по всем заданиям Суи, вот, и он прошел дальше, а я вылетел из-за того, что мне не повезло с резинкой. Вот, но будем стараться выезжать на новой резине. Надеюсь, что мы найдем спонсора к следующему сезону, кто будет нас периодически снабжать резиной, вот, хотя бы на мероприятии, не на тренировке уж. Хотел выразить отдельное спасибо нашему спонсору Фоссер по маслу. Масло просто показывает себя прекрасно, просто держит прекрасные температуры, держит давление, то есть я всем доволен. Буду дальше его заливать, вот, всем советую. Вот, с тем, что я, на чем я ездил до этого, это масло меня устраивает больше всего. Я, в принципе, много на чем попробовал, вот, ну, как бы все, я остаюсь пока на нем, мне нравится, вот. И, в принципе, дальше будет очень интересное видео. Мы в пятницу выезжаем в Ростов на Ниссане, едем на настройку, стараемся снять его максимально интересно, максимально красиво, вот. И ждите, ожидайте, все будет. Всем спасибо, всем пока.